Здравствуйте, яркую весну с нами. Рубрика «Красота» открывает для вас в этот удивительный день свои двери. Грандиозная премьера. Такого на нашем канале еще не было. И это восхитительный крем от бренда «Доктор Кос». Зима очень жестоко обращается с нашей нежной кожей. Мы рекомендуем вам «Доктор Кос». И ваши ожидания такие же будут восторжены, как и результат. Грандиозную премьеру представит сегодня в нашей студии очаровательная прекрасная Оленька Попова. Она доктор, дерматолог, косметолог, венеролог и трихолог. Она знает все о красоте. Привет, моя дорогая. Привет, дорогая Анжелика. И действительно, такого крема у нас еще не было. Но мы сегодня в студии не одни. Мы хотим представить вам нашу высокую гостью, которая прилетела из Южной Кореи. Это очаровательная, великолепная, юная, свежая мисс Бэк, Юджин Бэк. И она расскажет вам, почему этот крем «Доктор Кос» за 10 лет разлетелся в качестве более 8 миллионов баночек. Почему он занимает первое место по повторной покупке? Здравствуй, Юджин! Аннасио, я приветствовала по-корейски сначала. Очень приятно с вами сегодня говорить. И я сегодня расскажу о нашей маске. Вот как интересно. Спасибо! Но самое главное, расскажи нам о бренде «Доктор Кос». Да, сначала я расскажу о нашем бренде. А наша компания существует более 20 лет, и вот это у нас есть своя лаборатория, и свои ученые, и свое производство. Поэтому у нас мы долго-долго проработаем и выпускаем разные интересные продукты. А как произошло, что наш крем-маска за 10 лет, и мы представляем его в самом последнем поколении, в четвертом, да, разлетелся, конечно, в количестве более 8 миллионов баночек? Да, мы вот это выпустили 10 лет назад, и потом мы это выпустили 4 раза. Сегодня вот я расскажу вам о четвертом поколении. 2999 рублей премьера, она достойна вашего внимания. Скажите нет старению кожи, Оленька, но что же это за чудо, которое нас пленило? Здесь у нас особый состав, здесь действительно такого еще ни в одном креме Анжелика не было. Об этом я расскажу чуть позднее. Но самое главное, что же после первого не просто применения, а нанесения на кожу, он сразу дает мгновенный лифтинг, то есть супермощную подтяжку. Кроме того, этот крем содержит 120 часов увлажнения благодаря особой технологии инкапсуляции. А это значит, что даже после умывания ваша кожа сохраняется увлажненной, и крем продолжает работать на омоложение. Этот крем имеет особый эффект памяти. Самое главное, что он разглаживает все, что есть на поверхности. Мелкие морщинки, поры, рубцы. Если крупные и средние морщинки есть, они тоже разглаживаются. Посмотри, вау, как это происходит. Эффект структурной памяти. Что? А самое главное, то, что это то же самое происходит и с вашей кожей. То есть точно так же, как и структура этого крема, ваша кожа будет разглаживаться. И посмотри, здесь у нас 110 мл, а это 6-месячный полугодовой состав, который заменит полностью все ваши средства, и кремы, и сыворотки, и крем для век. Смотрите, премьера, всего 2999 рублей, это абсолютная премьера, четвертое поколение крема-маски, которое разлетелось по миру, а, кстати, мы узнаем у Юджин, в каких странах популярна эта маска «Доктор Кос», более 8 миллионов баночек, посмотрите, что такое эффект структурной памяти, я такого не видела за 8,5 лет в телешопинге, это продукт номер один по повторной покупке. Вы представить себе не можете. Вот знаете, что меня пленило? Во-первых, я никогда не видела крем-маску с эффектом памяти, когда он разглаживается, также будет разглаживать ваша кожа. А потом я, представляя более 30 мировых косметических брендов, никогда не встречала такой состав. Именно, Оленька, здесь самые главные компоненты, которые помогают бороться со всеми признаками старения. Здесь у нас содержатся особые белки, антоксидант. Здесь у нас белок кашемировых коз. Здесь у нас молекулы сепилифт, которые борются и с радикальным старением, свободно радикальным то есть действием свободных радикалов, и со снижением синтеза коллагена и эластина, то есть на уровне функционала клетки. Здесь у нас такие компоненты, полимеры, которые дают мгновенную подтяжку. Супер. То есть они сразу же преображают нашу кожу. Слушай, и действуют буквально мгновенно. А аргилерин, от которой я в восторге. Да, совершенно верно. Настолько многообразный состав, что даже за один раз, за одну премьеру невозможно перечислить все компоненты. И ты совершенно верно напомнила про аргирелин. Это белок, который имеет ботулоподобный эффект.
именно за счет него мы получаем разглаживание мимических морщин. И давайте же посмотрим на состояние кожи. Вы посмотрите, еще такой важный момент, о котором я хочу сказать, что этот крем, благодаря трехэтапной инкапсуляции, не нужно сильно втирать. То есть мы его наносим слегка на кожу, и он впитывается и сразу же образует вот такое вот сияние, увлажнение. Посмотрите, сразу же, моментально у нас идет эффект подтяжки. Вы видите, что происходит? Трехэтапная инкапсуляция обеспечивает 120 часов увлажнения. Причем этот крем, Анжелика, продолжает действовать даже после того, как ты мы знаешь, умываемся, ты знаешь, и смываем макияж. К нему. Вы такого еще не видели. Конечно, у вас есть крем. Но я рекомендую вам сейчас заказать крем, который пользуется огромной популярностью по всему миру и разлетелся за 10 лет в количестве, внимание, более 8 миллионов и является номер один по повторной покупке. Посмотрите, у него уникальная текстура с эффектом памяти, он мгновенно разглаживается, видите, также будет разглаживаться ваша кожа. Необыкновенная текстура, но самое главное не это. Самое главное ваша кожа, которая устала после зимы. Аргилерин, он дает эффект ботокса, но не блокирует ваши мышцы. Антарктицин, это мощнейший антиоксидант. Сипилифт поддерживает, и это что-то сенсационное, всего за 2999 рублей. Итак, почему стареет наша кожа? Ученые уже открыли, что причины старения, они многообразны. И это, прежде всего, воздействие свободных радикалов, то есть стресса, воздействие ультрафиолета, воздействие токсинов, воздействие свободных радикалов приводит к тому, что наша кожа стареет, становится дряблой, теряет коллаген и эластин, и у нас в коже образуются морщины. Как же победить старение? Что нужно сделать? Доктор Кос придумал такую технологию, которая борется со всеми проявлениями старения, которые воздействуют на нашу кожу. А это значит и против свободных радикалов. Вот. Да, 120 часов, да, 120 часов увлажнения. Антарктицин связывает коллаген и эластин. И именно за счет вот. Него мы получаем эффект мурашки от этого уже в какой памяти. Раз. А самое главное, что это не просто красота. То же самое происходит и с вашей кожей. То есть она разглаживается, выравнивается. И это происходит впервые. И подтяжка, и лифтинг, и увлажнение, и главное 120 часов увлажнения. Почему более 8 миллионов баночек по всему миру? Как вы думаете, почему? Потому что он работает. Я вам рекомендую для первой покупки выбрать именно этот крем. Он не только увлажняет и дарит сияние, он подтягивает вашу кожу. Он противостоит всем возрастным изменениям 35+. В нашей студии Юджин Бэк, очаровательная и великолепная. Она прилетела из Южной Кореи. Официальный представитель бренда Доктор Кос. Вот, Юджин, мы знаем, что крем нужно наносить, едва касаясь кожи. Почему такой подход к нанесению? И опять же, знаешь, Юджин, я первый раз встречаю и такую текстуру крема, и такой подход к нанесению, и чтобы было такое количество мощнейших пептидов, которые по одному встречаются в супердорогих кремах. Да, вот эту маску можно нанести утром и вечером, и на ночь. Например, первый вариант, это утром до макияжа можно использовать. И либо еще я так заметку я делаю, что давай. Можно смешать VIP-крема. Не волнуйся, да. Не волнуйся, да, все свои, тут да. Собрались все свои, наносим. Так как же наносить? А мы привыкли, знаешь, поэтому, вот так вот, похлопывающими да. движениями, а тут как будем наносить? Да, смотрите, я покажу вам, вот чуть-чуть. 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 Чуть-чуть, да, капельку. И потом вот легкими движениями а можно на верхности кожи. Почему? Ага. Потому что, как уже Ольга объяснила, что вот эта крема есть это интересная трехэтапная капсуляция. Так. Поэтому вот и для того, что не разрушалась капсуляцию, то нельзя втирать, а надо конкретно нанесите на поверхность кожу. Смотрите, три этапа капсуляции. Если вы будете втирать и вдавливать и хлопать, вы разрушите структуру волокон этого уникального продукта. Здесь, вот пока вы смотрите наш прямой эфир, в любом поисковике видите антарктицин, аргилерин и сипилифт.
И первое, что вы увидите, это борьба со старением, что это мощные пептиды. Например, сепилифт разработан во Франции, да, антарктицин, почему такое название, потому что в Антарктике нашли, и он, Оленька, антарктицин, да, там температуры какие. Именно, да, именно поэтому мы, получается, что мы помогаем нашей коже сохраняться абсолютно в любых условиях. И это важно, особенно сейчас, когда у нас заканчивается зима, когда начинается весна, кожа испытывает самый большой стресс. Из-за чего? Недостаток витаминов, авитаминоз. И самое главное, что этот крем позволяет возродить любую кожу старше 35 лет. Особые полимеры, особая текстура. Знаете, я тоже как врач-косметолог работаю с разными марками, но поверьте, даже я такой текстуры еще не встречала. Это эффект памяти. Это трехэтапная инкапсуляция, которая обеспечивает 120 часов увлажнения. А это значит, что вы умываетесь, а крем продолжает работать. Он подтягивает вашу кожу уже с первого же нанесения. Не просто с первого нанесения, а как только вы нанесете его на кожу, сразу же будет мгновенный эффект лифтинга. И это возможно благодаря особому составу. Ну и, конечно же, пролонгированное действие, которое обеспечивает особыми белками. Антарктицин, сепилифт и аргирелин работают в глубине вашей кожи. И вот они, результаты, которые вы получаете. Аргирелин борется с мимическими морщинами. Он обладает ботулоподобным эффектом, то есть мягко и нежно. Аналог ботокса. Аналог ботокса, но безвредный, потому что ботокс у многих может ассоциироваться с уколами, с вредом, с какими-то противопоказаниями. Риск. Совершенно верно. Дальше. Антарктицин. Это белок, который разглаживает поверхность кожи. За счет чего? За счет стимуляции выработки коллагена и эластина. И, кстати, здесь еще у нас содержится белок кашемировых кос. Это прелесть. Это как раз-таки белок, который обеспечит вот эту вот поверхность гладкую, увлажненную, супер, сияющую. Вот это сияние кожи, которое не жирный блеск ни в коем случае, а именно сияние молодой кожи, это у нас как раз за счет белка кашемировых кос, который придает невероятную гладкость для наших волокон, для наших клеток. Вот. Премьера. Такого еще никогда не было на нашем канале. Это, кстати, эксклюзив. Что меня покорило в этом креме-маске? Вот посмотрите, эффект структурной памяти. Видите, сразу же выравнивается поверхность. Это за счет белка кашемировых кос. Это первый, второй момент. Здесь такие мощные пептиды, которые не оставляют ни свободным радикалам, ни возрасту, ни единого шанса. Смотрите, вы можете приобрести сотни тысяч платьев. У вас может быть гардеробная размером с нашу студию. Но если у вас нет лица, то все будут смотреть на это лицо, понимаете? И ваш наряд никто не увидит. Я это говорю всегда уже 8,5 лет, потому что кожа – это ваше единственное платье, данное природой. Вы поймите сейчас, что 80 вам лет, или 90, или скоро столетний юбилей, или 60, или 50, нужно ухаживать за своей кожей. И, кстати, Оленька, с какого возраста ты рекомендуешь использовать этот... Я много раз говорю уникальный, да. Я много раз говорю превосходный, чуть-чуть совсем нужно. Но сейчас просто не хватает слов, чтобы выразить восторг. Сделайте себе такой подарок, это подарок номер один. Уважаемые господа, мужчины, если вы нас смотрите, сделайте подарок своей любимой. Она будет еще краше, еще моложе, еще счастливее. Абсолютно верно, потому что молодость нашей кожи действительно в наших руках. Девочки мои дорогие, такого состава не было еще у нас ни разу. Наука не стоит на месте. И сегодня самые лучшие, супер, самые мощные, самые эффективные компоненты объединены в одном креме, которые помогают бороться абсолютно со всеми причинами старения. Доктор Кос, вообще у них призыв и, скажем так, основной этого бренда – это косметология без уколов, без инъекций, без инвазивного воздействия. Причины старения кожи многообразны. Это свободные радикалы, это токсины, это действие ультрафиолета. И все эти факторы в комплексе приводят к тому, что образуются морщины. Это приводит к тому, что у нас кожа дряблая, обвисает и образуются возрастные признаки старения. И только крем Доктор Кос позволяет мгновенно соединить ослабленные ткани. Представляешь, вот эти белки, полимеры, они еще имеют и трехэтапную систему инкапсуляции, которая обеспечивает увлажнение 120 часов. А антарктицин с
связывает волокна коллагена и эластина. И вот он опять, эффект структурной памяти. Посмотрите, мои дорогие, что происходит. Крем вновь приобретает гладкую поверхность. И то же самое будет происходить с кожей. А, смотри, перед эфиром ко мне подошла Галина, да, ты знаешь, наш, один из главных продюсеров, и сказала: Анжелика, а стоит ли мне заказать этот крем? Потому что у меня закончился крем. Я объяснила, она говорит, почему? Ну, потому что, я говорю, здесь все лучшее собрано. Но Галине всего 32 года, но она хочет, чтобы ее кожа всегда оставалась молодой. Да. А у вас еще крем не закончился. Отложите его, и вы снова закажете крем «Доктор Кос». Это 100%, потому что он занимает первое место по повторной покупке. Как вы думаете, почему за 10 лет, да, вот смотрите, коробочка, баночка, почему за 10 лет более 8 миллионов вот таких баночек, ну это четвертое поколение, а было первое поколение, второе, третье, сейчас мы видим четвертое поколение крема. Почему? Потому что это работает. Вы можете приобрести один раз какой-то продукт, и если он не работает, вы никогда в жизни не станете покупать его еще раз. А этот крем занимает первое место по повторной покупке в мире. Кстати, Юджин, а в каких странах представлен «Доктор Кос»? Ведь это мощнейший продукт, который, ну, меня не просто покорил, он меня свел с ума. Наша маска представлена уже в Америке, и в Японии, в Китае, и в восточные страны, и в том числе это европейская страна. В Европе, в каких странах? Европа — это Германия, например, да, прелесть. Еще, да, при Франции тоже. Германия, Франция. Знаете, почему немки и француженки выбирают «Доктор Кос»? Потому что цена другая. А результат может быть еще лучше, чем если бы они выбрали европейские бренды. Вот почему Южная Корея впереди планеты всей в индустрии красоты. Давайте посмотрим на результаты. Да, говорят, что Юджин, азиатские красавицы не стареют. Да, конечно. Что это, да, в генах такая, да, молодость. Да, да, конечно, поэтому я тоже как раз я использую. А я сейчас, девочки мои дорогие, вам хочу продемонстрировать, что не только для корейских красавиц, для француженок и для немок подходит наш крем, он подходит и для наших российских женщин. Во-первых, посмотрите, новая система нанесения. Запомните, мои дорогие, этот крем не нужно сильно втирать. Мы наносим его легко, легкими движениями и затем похлопываем. И вы просто посмотрите, крем сразу же впитывается в нашу кожу. И что здесь происходит? Особые белки, которые сходят в состав этого крема, особые компоненты, они сразу же образуют трехмерную структуру в коже, и они уже после нанесения дают эффект лифтинга, а также эффект сияния и мощнейший эффект увлажнения. 120 часов увлажнения. Такого еще, девочки мои дорогие, это... не было никогда. То есть здесь у нас происходит самое глубокое увлажнение за счет особой системы тройной инкапсуляции. А кроме того, вы получаете вот такую сияющую, гладкую, нежную, как будто бы кашемировую кожу. Это за счет особого белка кашемировых коз. Почему вывели именно этот белок? Почему именно его взяли? Потому что эти козочки, они живут в такой суровой обстановке, где огромные перепады температур от минус 40 до плюс 40. И именно тогда их организм адаптировался и выработал вот такой состав, вот такой белок, который помогает коже сохраняться и подтягиваться. И то же самое происходит с вашей кожей. То есть неважно, там перепады температур или какие-то другие неблагоприятные воздействия, ваша кожа восстанавливается и подтягивается. Смотрите, премьера, всего 2999 рублей, это не 30 тысяч, даже не 20, не 15 тысяч, но в этой баночке с уникальной текстурой, которых за 10 лет разлетелось более 8 миллионов по всему миру, посмотрите, что такое эффект структурной памяти, он мгновенно разглаживается, это четвертое поколение, также будет разглаживаться и ваша кожа. Компоненты, белок кашемировой козы. Представьте, антарктицин введите в поисковике, сипилифт введите в поисковике и аргилерин, который работает по принципу ботокса. И вы поймете, какой сегодня счастливый день и какой красивой вы будете встречать эту чудесную весну 2020 благодаря телеканалу Шоп-н-Шоу «Открой яркую весну». Такого у нас еще не было. Вы вернетесь за этим кремом непременно. 110 мл, вы знаете, что обычно крем-маска это 50 мл, у нас 110. И такой цены, кстати, тоже может больше не быть. Этот крем «Доктор Кос» покорил весь мир. 20 лет бренду.
научно-исследовательские институты, собственная лаборатория. И это прелесть какая-то, потому что всего 2999 рублей, и здесь собрано все, что предлагают нам косметические бренды мировые. А здесь каждый пептид уже включен. И самое главное, что именно эти пептиды являются самыми мощными. И здесь у нас полугодовой запас, который заменяет все ваши привычные средства ухода. Один крем. Одна баночка заменяет и кремы, дневной и ночной, кремы для кожи вокруг глаз, заменяет также еще и маски, что очень важно, и сыворотки тоже заменяет. И не просто заменяет, а работает еще сильнее. Смотрите, вот эти две баночки, это вот наш объем. Видите, вот эти две стандартные баночки, это вот одна наша, потому что у нее объем 110 миллилитров, а здесь 100. Видите, вот, чтобы вы понимали, насколько это выгодно. Вот это все вы не будете использовать. Вы будете использовать только это. Все, вот это вам все не нужно. Это все лишнее, уберите это в сторону. И не надо тратить деньги зря и выбрасывать их на то, что может не работать. Так, с какого возраста? Потому что у нас уже телефонные линии перегружены. У нас, кстати, сегодня будет только еще два прямых эфира. Опять же, вы можете себе миллион платьев купить, лицо у вас одно. Кому ты рекомендуешь заказать сейчас этот уникальный продукт, с какого возраста? Всем, кто видит на своем лице признаки старения кожи. Я как врач-косметолог в кабинете на приеме, я цифры никогда не лечу. То есть я смотрю на состояние кожи. Но я знаю, девочки мои, что вы любите, конечно, чтобы я цифры говорила. Мы как-то, маркетологи, наверное, скорее нас уже приучили, поэтому возраст старше 35 лет. Но самое главное, когда вы получаете подтяжку кожи, сразу же мгновенный лифтинг после нанесения, не просто после применения, а после нанесения, ну и, конечно же, разглаживание морщин. Ну вот великая, конечно, наука маркетинг, но здесь только те пептиды, которые будут подтягивать вашу кожу, понимаете? Это доказанные результаты, и за 10 лет более 8 миллионов баночек. Понимаете, почему? Первое место занимает по повторной покупке, и вы будете выбирать, и вы выберете пятое поколение, вы выберете шестое поколение, поэтому можете заказать сразу два, у вас будет бесплатно. Доставка. Я быстренько пробегусь, какие проблемы мы решаем. Смотрите, поверхность кожи – это рубцы, это морщины, это расширенные поры. Мимические морщины, они устраняются за счет аргирелина, который расслабляет мимическую мускулатуру мягко, нежно, без уколов, без побочных эффектов. За счет особых белков сепилифт и антрактицин вырабатывают связь между коллагеном и эластином. Что это значит? Что это дает мгновенную подтяжку. Сразу же ваша кожа слабая и дряблая, она подтягивается изнутри. И мимические морщины вокруг глаз тоже великолепно уходят. Угу. Итак, именно сейчас ваша кожа самая слабая. Стрессует. Именно сейчас на нее причины старения действуют особенно сильно. Прям атаку такую проводят. И свободные радикалы, и стресс, и обезвоживание, и авитаминозы. Но сегодня у нас есть решение, потому что доктор Кос сочетает в себе особые компоненты, самые мощные, самые эффективные, которые помогают плотно соединить ослабленные ткани. Это как раз работает здесь антрактицин, белок, который связывает коллаген и эластин. Трехкапсульная система, точнее, система инкапсуляции трехэтапная, обеспечивает 120 часов увлажнения. И впервые эффект структурной памяти. Смотрите, что это. Да, вот что происходит с поверхностью крема. Но самое главное, что то же самое и с вашей кожей произойдет. Какие бы ни были там глубокие морщины, какие бы ни были изменения, они разглаживаются и подтягиваются. И вы только представьте, 110 миллилитров крема, если вы будете использовать его утром и вечером каждый день, то это полгода использования. Но 120 часов он держит увлажнение. Соответственно, чем вы моложе, тем реже вы можете его наносить. Чем вы старше, наносите каждый день. У нас ничего подобного не было. Я вам хочу сказать, это эксклюзив нашего канала. И цена 2999 рублей. Вы не теряйте времени, вы узнаете. Вы не знали, что такое антрактицин? Так познакомьтесь с ним. Вы же современная женщина. Вы не знали, что есть аргилерин, а вы уже думаете об инъекциях ботокса. А аргилерин работает так же, только он мягкий, он безопасный. И он расслабляет мышцы, а не блокирует их. Вы не превращаете свое лицо в маску. Вы такая же активная, вы такая же счастливая. А вы не знали, что такое сепилифт? Он мощнейший антиоксидант. Но что такое трехкапсульная система? Оленька, расскажи нам, пожалуйста. Итак, у нас здесь каждая молекула заключается в особую структуру. И это капсулы, которые проходят три этапа. Первый этап – капсуляция влаги и питательных веществ в клетках кожи. Так. Второй – обволакивание их влагой. И третий этап – это дополнительная капсуляция влаги и питательных веществ. Одним словом, вы получаете настолько глубокое увлажнение, что оно сохраняется даже после умывания. Но, исходя из этого, особая техника нанесения. Ни в коем случае не втирать, а наносить похлопывающими движениями. Это
программа в домашних условиях. Доктор Кос без инъекций, без уколов несет для нас самые оптимальные, самые мощные системы омоложения. Бренд существует 20 лет. Да. Собственные лаборатории, научно-исследовательские институты. Но этот крем-маска 10 лет, четвертое его поколение и более 8 миллионов баночек по всему миру. Германия, Франция, США, естественно, он популярен в Южной Корее. И вот благодаря нашему каналу Шопеншоу он будет супер популярен в России. И это так. А особенно меня поразил факт, что этот крем является лидером по повторному заказу. Это значит, что ему доверяют женщины по всему миру. Это значит, что они действительно видят эффект подтяжки, сенсационного увлажнения и сияния кожи. Итак, мои дорогие, напоминаю, что особая техника нанесения для того, чтобы не разрушить технику инкапсуляции, для того, чтобы доставить те самые особые вещества, а это антрактицин, сепилифт и аргирелин, мы наносим вот такими похлопывающими движениями, легкими. И Леночка, она удостоилась чести, она уже пользовалась нашим кремом целый месяц. И у нее есть что вам рассказать, мои дорогие. Леночка, расскажи. Я в восторге от этого крема. Я знаю эти кремы Доктор Кос давно. Я пользовалась другими, предыдущими версиями. И когда мне сказали, что появилась на канале вот эта версия крема, я, конечно, с радостью начала его тестировать. Через неделю буквально я увидела потрясающий результат. Вот какого я еще не видела никогда. Uh-huh. Настолько ощущается приятно на коже, настолько идет активная подтяжка, ну вот буквально сразу, и очень активное увлажнение кожи. А как кожа, как кожа твоя себя ведет? Сколько тебе лет, милая моя красавица, юная, свежая? Сколько тебе лет? Мне 58 лет. Моя милая, никто же не скажет. Никогда. Ну 45, ну это 45 уже с большой натяжкой. Ты помнишь вчера, о чем мы говорили? О любви. Пусть весна 2020 с кремом Доктор Кос тебе принесет любовь. Потому что, ты знаешь, у нас был звонок от Татьяны Николаевны из Норильска, которая в 64 года вышла замуж. Ну тебе, конечно, еще далеко до замужества. Да? Ты еще молодая, ну вот 64 года выйдешь замуж, будь такой молодой, сияющий. Оленька, а почему же такой результат умопомрачительный? Во-первых, посмотрите, какая кожа сияющая. Я как врач-косметолог, естественно, я всегда смотрю все пудру шоке, кожи. Да? Я пытаюсь кожу собрать в складку, посмотрите, она не просто моментально расправляется, она даже не собирается. Дальше, посмотрите, пожалуйста, мои дорогие, на сияние. И это не просто сияние, это еще и увлажнение 120 часов. Это происходит за счет особого состава, особые редчайшие компоненты и 120 часов увлажнения благодаря трехэтапной инкапсуляции. Вы получаете подтяжку уже после первого же нанесения, то есть на ваших глазах кожа сразу же преображается. Что происходит? Аргирелин разглаживает мимические морщины, то есть, как правило, это область межбровья и лба. Кроме того, гусиные лапки, да, то есть морщинки вокруг глаз, которые вас часто беспокоят. Так работает аргирелин. Посмотрите, 58 лет, какая сияющая кожа, какая кожа подтянутая, гладкая, но самое главное, что происходит, что наша кожа молодеет, потому девочки, что здесь происходит защита от всех признаков старения, от всех факторов старения. Вот смотрите, мы благодарим наших южнокорейских друзей, ученых, которые смогли создать четвертое поколение этого уникального крема маски. Вы понятия не имели, что такое антрактицин. А сейчас вы в поисковике почитали о нем и поняли, что одного антрактицина достаточно, чтобы вашу кожу сделать молодой и красивой. Но здесь еще и сепилифт. Узнайте, что такое сепилифт. Здесь есть еще аргилерин. И узнайте, что такое белок кашемировой козы, который содержит 20 аминокислот. И вообще пептид – это короткая цепочка аминокислот, которая проникает в глубокие слои кожи. Понимаете, верите вы, не верите, наука предлагает нам конкретный результат. У нас телефонные линии перегружены. Количество, к сожалению, ограничено. Мы знали, что Доктор Кос – это тот самый продукт, который вы выберете для первой покупки. И мы счастливы вам предложить. Мы знаем, что вы вернетесь. Почему более 8 миллионов баночек за 10 лет? Вы думаете, да, мне все равно, мне это неинтересно. Да потому что работает. И результат вы увидите после первого применения. Вы видели когда-нибудь крем с эффектом структурной памяти? Я за 8,5 лет в телешопинге и вообще за всю свою жизнь не видела. Это четвертое поколение, и бренд существует 20 лет, а 10 лет существует крем. Но четвертое поколение, это же круто. Бывает, бренд
бренды не меняют рецептуру годами, десятилетиями. Конечно, но самое главное, что этот крем справляется благодаря своему составу со всеми проблемами старения, которые есть на лице. Это и мелкие мимические морщины, это решается за счет аргирелина. За счет особых белков у нас разглаживается поверхность кожи, а средние морщины и крупные подтягиваются и становятся менее заметными. Посмотрите, мои дорогие, как много вообще причин, которые воздействуют на нашу кожу. Естественно, это стресс, это воздействие ультрафиолета, это накопление токсинов в клетках кожи. Поэтому снижается выработка коллагена и эластина. Поэтому кожа становится дряблой и серой. И только мультифункциональный крем Доктор Кос решает все эти проблемы, потому что позволяет плотно соединить ослабленные ткани. То есть клетки, которые потеряли уже связь между собой, за счет антарктицина они связываются, и мгновенный лифтинг вы получаете. Вы получаете увеличение количества коллагена и эластина, вы получаете 120 часов увлажнения, а это значит, что даже после умывания эффект увлажнения остается, и ваша кожа выглядит сияющей, здоровой и молодой. Сразу же после нанесения вы получаете мгновенный лифтинг-эффект. Кто, как не корейские ученые, придумал и разработал такую уникальную формулу, которая обновляется, и вы уже видите четвертое поколение легенды Доктор Кос, который дает лифтинг-эффект. Посмотрите на доказанные результаты. Изменяется поверхность кожи, морщины разглаживаются изнутри. Я впервые представляю такой крем, потому что у него такой состав и такое действие. Никогда еще у нас не было крема, который имел бы эффект памяти. Но самое главное, что это воздействие происходит и отражается именно на вашей коже тоже, потому что ваша кожа разглаживается и становится совершенно другой. Ну, мы, кстати, сейчас видим, что не только морщины уходят, не только подтягивается кожа, а у вас другая проблема, у вас покраснение. Вы представьте, да, с раздражениями, воспалениями будет бороться крем-маска из Южной Кореи. 110 мл, это два, даже больше двух стандартных объемов. Вам нужно отложить сыворотки, ночной, дневной уход. Используйте только этот крем. Чем вы старше, тем использовать его нужно, внимание, каждый день, утром и вечером. Опять же, для поддержания молодости используйте его раз в 5 дней, потому что он на 120 часов увлажняет вашу кожу. Эффект структуры памяти. Разглаживается крем в банке, а также будет разглаживаться как... ваша кожа. Но в нашей студии официальный представитель бренда Доктор Кос, очаровательная, юная, милая, просто настоящая студентка, юная Юджин Бэк, мисс Бэк. И давайте же узнаем, а сколько ей лет, потому что она является давней поклонницей крема Доктор Кос. По-честному сказать? Конечно, по-честному. Не. 42. Вот так тоже вчера было, когда мы спросили у Юджин, сколько тебе лет. Она говорит, честно отвечать, конечно. Вот смотрите, сейчас вы будете говорить про азиатские гены. Но наверняка, Юджин, у тебя есть одноклассницы, которые, к сожалению, выглядят не так хорошо, как ты. Да, на самом деле есть. Я просто не хотела не обидеть ее, да, но все-таки есть. А я использую вот эту маску уже более 5 лет. Вот. Да, но она не использует вообще косметическое это средство, а уже разница есть по молодости. Послушайте, ну гены генами, а ухаживать-то за собой надо. Понимаете, нужно ухаживать, по-другому не получится. Современная жизнь, современные продукты, такие как Доктор Кос, позволяют нам выглядеть значительно моложе ваших сверстниц. А вы выглядите на 15 лет моложе ваших одноклассниц. Так поддерживайте вашу молодость, не останавливайтесь. Это же удовольствие. Нанесите, а этот крем, знаете, вы все время думаете, о, крем наносить, надо потратить одну минуту, а этот крем вы еще быстрее нанесете. Даже похлопывать не надо. Трехэтапное капсулирование, посмотрите, как наносить. Еще раз, Юджин, расскажи, почему такое нанесение, едва касаясь кожи. Да, почему? Потому что, как вы сказали, что вот у нашей этой маски есть трехкапсуляционные системы, поэтому не надо стирать вот так, да, стирать. Надо нанести именно легкими движениями, да, на поверхности кожи конкретно вот так. Очищенную кожу. Да, очищенную кожу. Ну, конечно, не надо смыть из-за того, что это как играет как крем и маску. Вот, 2999 рублей, у нас, конечно, перегружены телефонные линии, посмотрите, только на половинку лица мы наносим крем для увлажнения, сияния, подтяжки вашей молодости. Смотрите, вы посмотрите, как преображается кожа, потому что эффект мгновенный, антарктицин, аргилерин, белок кашемировой козы, CP-лифт,
узнайте, что это за пептиды, вы ахнете. И вот, 120 часов увлажнения. А почему 120 часов? Мы тоже впервые такое встречаем, Юджин. Да, потому что как раз и капсуляция, и вот как мы говорили, что это кашемирный кожа, да, а он проживает на морозе минус 39 градусов. Да, поэтому да. Долго заряжается вот именно 120 часов. Представьте, то есть те самые пептиды, белок кашемировых коз позволит вашей коже омолаживаться, заставит клетки работать, вернет молодость. Но знаете, это все слова, которые для вас, может быть, сейчас ничего не значат. А представьте, вы этой весной встретите свою любовь. Потому что вы будете ухаживать за собой, и у вас будет гладкая, нежная кожа. И вы, пусть у вас будет единственное платье красивое, вы наденете украшение, и ваша нежная, гладкая кожа. И он увидит ваши прекрасные глаза и поймет, что он искал вас всю свою жизнь. Вот такое бывает. И знаете, как нам завещал Александр Сергеевич Пушкин, что любви все возрасты покорны. Опять же, это поэзия, но когда в жизни это происходит, тогда это впечатляет. Не опускайте руки, оставайтесь женщиной, оставайтесь богиней и не слушайте никого. Есть продукты, которые действительно работают и являются реальной альтернативой пластической хирургии, инвазивным методом поддержания красоты. Но даже вы, если сделали круговую подтяжку лица, вы думаете, вам не нужен крем Доктор Кос? Он вам нужен. Открой свой мир ярких впечатлений, открой свой мир ярких эмоций новых, открой свою яркую весну на шоп-н-шоу прямо сейчас, а что откладывать? Это так просто. Звоните нам и заказывайте, и лучше сразу два, 110 мл вам хватит на год, две баночки. Ну а как это работает, Оленька? Совсем чуть-чуть нужно для того, чтобы нанести этот крем на все лицо. Расход очень экономный, но самое главное, что здесь особо идет технология нанесения, потому что здесь у нас идет техника тройной инкапсуляции, а это значит, что ваша кожа получает 120 часов увлажнения. Представляете, мои дорогие, даже после того, как вы умываетесь, все равно молекулы крема продолжают работать, и кожа увлажняется. Но самое главное, что поскольку у нас здесь такая особая методика, мы наносим его легкими движениями, его не нужно втирать, и для того, чтобы ваша кожа преобразилась, для того, чтобы кожа ваша оживилась, если у вас выраженные возрастные изменения, то я вам рекомендую воспользоваться таким секретом и сделать из этого крема маску на ночь. То есть глубоким слоем вы наносите кожу на кожу, и его можно не смывать, и утром вы просыпаетесь преображенной, совершенно другой кожей. Также очень важный момент, что этот крем подходит и для кожи вокруг глаз. Нежная кожа век также нуждается в питании и увлажнении, и в подтяжке. И здесь она происходит за счет аргирелина, антарктицина. За счет особого состава мы получаем выравнивание кожи, подтяжку брыли и глубоких морщин. Мы устраняем мимические морщины как раз за счет аргирелина, потому что он расслабляет мышечное волокно и убирает мышечные заломы. У нас происходит сцепление белков, коллагена и эластина. У нас происходит сцепление молекул кожи. И именно за счет этого вы видите эффект буквально моментальной подтяжки лица. То есть то же самое, что вы видите с нашим кремом, то есть эффект восстановления структуры трехмерной, вот он, эффект структурной памяти. То же самое происходит и с вашей кожей. Кожа восстанавливается, напитывается, увлажняется и получает самое главное основу здоровья и самой главной молодости. Это увлажнение. А увлажнение здесь сенсационное, рекордное. 120 часов, то есть 5 суток. И я рекомендую каждой, кто столкнулся уже с признаками старения на лице, использовать крем-маску Доктор Кос. 35+. Это четвертое поколение абсолютной легенды. Крем-маска существует 10 лет. Более 8 миллионов баночек разлетелось по всему миру. И это продукт номер один компании Доктор Кос по повторной покупке. То есть именно этот крем-маску выбирают покупатели снова и снова. Так же будет и с вами. А знаете почему? Потому что он действительно работает. Он соединил в себе самые эффективные компоненты. Мы еще, знаете, опускаем, мы многое опускаем. Мы не говорим про растительные стволовые клетки. Не знаю, как вы к ним относитесь. Почитайте в интернете. Они абсолютно безопасны для нашей кожи и заставляют наши клетки работать. Вы посмотрите, какой восхитительный результат. Вот я не косметолог, но я вижу, как оживает
омывает кожа, как она наполняется влагой. Вы понимаете, после зимы кожа испытала стресс. Неважно, суровая у вас зима была или как у нас, была, не была, это неважно. Перепады температур, холодно, ветер, вы пришли, отопление, сухой воздух. И вот поддержка, вот то, что вам нужно. И пусть у вас будет единственное платье, да, но у вас сияющий взгляд. И все мужчины смотрят на вас. Давайте посмотрим. Там, где работал доктор Кустати, это нанесение в нашем прямом эфире. До этого наша красавица не использовала крем-маску доктор Кос. И посмотрите, давайте посмотрим, улыбка, видите, улыбка, носогубная складка. И она значительно глубже там, где не работал крем. Вы видите, носогубная складка, бороться с которой очень сложно. А я еще как врач-косметолог, мои дорогие, я вижу, посмотрите, носослюзная борозда, то есть область нижнего века, там, где уже закладываются морщинки, там, где есть темный цвет лица, там есть провалы, а здесь у нас уже после первого применения, даже не просто применения, девочки мои дорогие, а после нанесения сразу же идет преображение кожи. Самая лучшая текстура, эффект трехмерной памяти, который заставляет вашу кожу вспомнить, что она когда-то была молодой. И самое главное, что здесь, посмотрите, 110 мл объем и очень экономный расход. То есть совсем чуть-чуть нужно крема нанести, чтобы он начал работать. Этот крем подходит и для кожи лица, и для кожи век. И самое главное, он и маски тоже заменяет. Особая трехмерная текстура. Здесь особый состав. Здесь у нас технология трехмерной инкапсуляции. А это значит, что ваша кожа получает 120 часов увлажнения. Крем продолжает работать уже после того, как вы умылись даже. Но самое главное, посмотрите на эффект памяти. Вы видите, что я Супер. Делаю? И подождем. Внимание. Вы видите, поверхность крема полностью разглаживается. О-о-о. То же самое произойдет и с вашей кожей. Ваша кожа вспомнит, как это быть молодой. Ваша кожа разгладится, ваша кожа вспомнит, как это интенсивно вырабатывать основные наши белки, коллаген и эластин, и это произойдет за счет особого состава. Аргирелин, сипилифт и антарктицин будут работать и в вашей коже. И слушайте, ну у нас, мы как будто бы используем одни и те же слова, представляя разные продукты. Но у нас действительно никогда не было ничего похожего. Не теряйте времени зря. Закажите и узнайте, что такое пептиды, которые мы вам назвали. Четвертое поколение уникального крема, который существует 10 лет, но это обновленная инновационная версия. Четвертое поколение и более 8 миллионов таких баночек. Более 8 миллионов. 35+. Это ярко выраженное антивозрастное омолаживающее действие. Почему? Каждый компонент борется со всеми возрастными проявлениями. Вы ботокс сделали инъекцию, а вы думаете, что вам не нужно использовать уходовые средства? Нужно. Гиалурон вы регулярно, например, да, колите себе гиалуроновую кислоту, вам все равно нужно использовать крем. А уж те, которые не используют, не хотят рисковать своим здоровьем, вы закажите сейчас, у нас, к сожалению, количество ограничено, и тогда вы позвоните нам в прямой эфир и скажете, что вот эта баночка крема, которых по миру более 8 миллионов разлетелось, изменила вашу жизнь. Потому что ухаживать за собой, это так же естественно, как чистить зубы. И мне кажется, уже не надо никого уговаривать, ой, надо крем, надо маску, надо то все. Это как зубы почистить для современной женщины. Оленька, еще раз, за счет чего такой результат и когда мы его увидим? Сразу же после нанесения на кожу виден результат. Происходит сцепление молекул нашей кожи, и мы получаем подтяжку, лифтинг, сияние и увлажнение за счет особого революционного состава. Ведь сюда входит белок кашемировых коз, 20 аминокислот, гликопротеин антарктицин. Здесь у нас входит белок очищенный соевый, экстракт культуры яблочных клеток, который обладает эстрогеноподобным действием, низкомолекулярный пептид аргирелин, который расслабляет мимические морщины. Впервые такой состав. Абсолютно редчайшие, мощные компоненты. И раньше их можно было встретить только каждый компонент в отдельном креме. Какой-то с аргирелином, какой-то с антарктицином. Но здесь все самые мощные, самые передовые разработки мировые собраны в одном только креме. А почему? Потому что доктор Кос – это доктор-косметолог без уколов, без инъекций, без инвазивных методик, без нитей, без скальпеля хирурга. Дает вам преображение вашего лица. Посмотрите, что произойдет. Будет изменение рельефа и тонуса кожи, будет разглаживание морщин, будет исчезновение мелких мимических морщин, будет увлажнение 120 часов. Именно за счет этого как раз уходят мелкие морщинки и линии.
линии обезвоженности, а глубокие морщины уходят за счет того, что здесь входит в состав сепилифт и антрактицин. Мощнейшие белки, которые обеспечивают борьбу со свободными радикалами, то есть защита от старения клеток. Это защита от старения на клеточном уровне. И подтяжка за счет того, что у нас происходит сцепление между клетками. И у нас кожа подтягивается уже после нанесения крема в первый раз. Ольга, все знают, что Южная Корея очень сильно потеснила Европу в индустрии красоты, потому что предлагает эффективные средства по ценам значительно ниже, чем предлагают европейские бренды. Но кто-то скажет, а ведь они все разрабатывают для себя, а азиатская кожа толще, она не такая, как наша, европейская. Подойдет ли такой крем для нас? Обязательно подойдет, потому что здесь использованы разработки не только корейские, но, прямо скажем, белок сепилифт, этот пептид был получен во французской лаборатории. Одним словом, здесь самые мощные разработки, которые помогают вашу кожу подтянуть, увлажнить и преобразить. Ваша кожа становится совершенно другой. Она приобретает другое качество, сияние и глубокое увлажнение. Впервые у нас крем, который дает 120 часов увлажнения. Даже после того, как вы смываете макияж и умываетесь, молекулы продолжают действовать в коже и дают увлажнение. Давайте же посмотрим на качество кожи. Давайте обратим внимание на то, во-первых, какое сияние, гладкость кожи и блеск. Что это значит? Что ваша кожа увлажнена, что она защищена от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Это значит, что у нас совершенно другая поверхность. И, кстати сказать, за счет того, что сюда входит эффект, белок кашемировых коз, который позволяет нашей коже оставаться молодой в самых неблагоприятных условиях, еще и такой эффект кашемирового прикосновения. То есть настолько гладкая, приятная, нежная кожа, что просто приятно к ней прикасаться, не говоря уже о том, что здесь у нас все признаки кожи молодой. А почему кожа стареет? Сейчас ученые открыли, что причин старения их действительно много. Это и свободные радикалы, которые действуют на нашу кожу, это и испепеляющий губительный ультрафиолет, это накопление токсинов в клетках кожи. И все это происходит особенно активно именно сейчас, конец зимы и начало весны. Ваша кожа страдает. Я это вижу непосредственно у своих пациентов, которые приходят ко мне в кабинет, что действительно у них качество кожи за зиму ухудшилось. Кожа потеряла влагу, а здесь у нас есть решение. Именно система трехэтапной инкапсуляции заряжает кожу влагой на 120 часов, то есть на 5 суток. А белок антрактицин образует мощные связи между клетками кожи и дает нам лифтинг-эффект уже нанесения буквально за секунду. Когда вы попробуете, вам, конечно, захочется поделиться своими впечатлениями. Так вот, я знаю, что ни одного отзыва, что этот крем не работает, не будет. Потому что это номер один по повторной покупке. Потому что это четвертое поколение крема, который разлетелся, вы только вдумайтесь, более 8 миллионов баночек выбрали наши женщины по всему миру. Какая разница, какая страна. И вот, кстати, наша покупатель Оксана Васильевна не могла найти в интернете такой потрясающий продукт. Но сейчас, увидев на экране, заказала сразу две баночки. Потому что это эксклюзив нашего телеканала, он содержит в себе. Вот сейчас закончится наш прямой эфир. Выбирать, не выбирать, это ваше дело. Но вы хотя бы узнаете, что такое антрактицин, что такое сепилифт, что такое аргилерин и как работают растительные стволовые клетки в нашей коже. Они абсолютно безопасны, и это уже доказано, но они необыкновенно эффективны. Многие из нас имеют чувствительную кожу, и она склонна к аллергии, и поэтому вы с осторожностью меняете косметические продукты. Что насчет аллергических реакций? Доктор Кос, он поэтому называет доктор, то что эти средства протестированы дерматологически, поэтому даже если у вас чувствительная кожа, склонная к различным аллергическим реакциям, этот крем обязательно вам подойдет. И посмотрите, сейчас видно, как кожа у нас увлажняется, то есть вы получаете вот эту влагу, насыщаете нашу кожу. Основная процедура у меня в кабинете раньше была, это биоревитализация, то есть это процедура, когда мы восстанавливаем уровень увлажненности за счет уколов с помощью гиалуроновой кислоты. А сейчас есть замена, потому что у нас есть доктор Кос. Я как доктор-косметолог, я не могу прийти к каждой из вас, да, я не могу обеспечить, чтобы каждая ко мне попала на прием, но сейчас есть такое средство, которое как доктор-косметолог придет к вам. Именно доктор Кос может прийти к вам. И это особое средство, потому что такого еще у нас не было никогда. Вот он, эффект трехмерной памяти.
Вот, посмотрите, что происходит с поверхностью крема. Она разглаживается. И то же самое произойдет с вашей кожей. То есть, как крем дарует вот такую гладкость, то же самое произойдет с кожей. Морщинки буквально выталкиваются. И кожа за счет эффекта памяти, она вспоминает, что такое быть молодой. Каждая клетка начинает синтезировать белки. Это значит, что происходит подтяжка. И уже после первого же нанесения прямо сразу вы увидите эффект. Естественно, эффект накопительный. Чем больше вы используете, доктор Кос, тем больше будет виден омолаживающий эффект. Особенно это будет заметно на уровне мимических морщинок, потому что работает пептид аргирелин. Это будет заметно также и на средних, и крупных морщинах, потому что здесь идет выработка коллагена и эластина за счет антарктицина. Ну и, конечно, белок CP-лифт, он защищает кожу от свободных радикалов, а это значит, что мы останавливаем старение на клеточном уровне. И в комплексе вот он результат применения мультифункционального крема «Доктор Кос». Кожа совершенно другая, молодая, подтянутая, упругая. Она получает тургор, она получает питание и увлажнение. Одна баночка – это 6-месячный уход, который заменит все ваши средства. Не нужен отдельно крем для глаз, не нужен отдельно крем для шеи. Нам не нужны отдельно маски, потому что «Доктор Кос» можно использовать и как ночную маску. Для этого всего лишь достаточно нанести более плотный слой на лицо. Ее не нужно смывать, как обычные маски. За счет уникального состава вы получаете моментальный лифтинг-эффект. Смотрите, грандиозная премьера. У нас такого продукта не было никогда за 7-летнюю историю нашего телеканала, и нам приятно предложить вам самое лучшее. Более 8 миллионов баночек по всему миру. А благодаря чему такой результат? Белок кашемировых коз, который содержит 20 аминокислот для восстановления кожи, антарктицин, очищенный белок соевый, который обладает эстрогеноподобным действием, экстракт культуры клеток стволовых, яблочных, то есть растительных, абсолютно безопасный. И эффект структурной памяти. Вы только посмотрите, супер, что происходит. Какие нужны слова, да? С поверхностью кожи, да. Но самое главное, мои дорогие, знайте, что то же самое будет происходить и с вашей кожей. То есть эффект памяти, он переходит в кожу, и вы получаете мощную подтяжку. То есть кожа как будто вспоминает, как это быть молодой. Почему? Потому что клетки начинают синтезировать коллаген и эластин за счет антарктицина. За счет того, что здесь у нас CP-лифт, у нас происходит защита от свободно-радикального старения. Ну а, конечно же, белок кашемировых коз придает вот такую гладкость поверхности, сияние и просто невероятную нежность и гладкость. А, знаете, это идеальная первая покупка. Я вообще всегда говорю, что те, кто выбирает для первой покупки в рубрике «Красота» что-либо для своей кожи, это настоящие женщины, это настоящие богини. И у меня есть подруга, которая выбирает себе самые дорогие косметические продукты. Она использует крем, цена которого 30 тысяч рублей. И я у нее спрашиваю, ну как тебе этот крем? Она отвечает, обычный. Понимаете, за 30 тысяч, ну все зависит, да, от чего? От вашего выбора. Но и в моих руках сейчас не обычный крем, а крем, который позволит вам этой весной, или следующей весной, или через 10 лет, или завтра встретить свою любовь, чувствовать себя окрыленной, счастливой, настоящей. Вот понимаете, надо же жить. Вот не просто каждый день одно и то же, и все это надоело, и вы не знаете, и вас все раздражает. А жить, когда каждый день что-то новое, когда каждый день что-то интересное, что-то увлекательное, когда вы в центре вселенной, когда весь мир крутится вокруг вас, а не вы, как белка в колесе, крутитесь и за всеми бегаете, и хотите всех сделать счастливыми, а при этом вы несчастны. 10 лет существует этот продукт в мире. 4-е поколение, вы видите сейчас. Рекордсмен по повторной покупке занимает первое место в компании «Доктор Кос». А все почему? Этот крем работает. Все просто, все гениальное просто. И успейте его приобрести, потому что у нас количество ограничено. Это только первый прямой эфир, но у нас их будет еще только 2. И, конечно, это ваша новая жизнь. Правильно, Оленька? Абсолютно верно. Для тех, кто ни разу не пользовался косметикой, это оптимальный выбор. Но мне кажется, таких уже, конечно, мало у нас женщин. Кто-то пользовался косметикой. Но сейчас у нас есть самое лучшее решение, которое объединяет в себе наход корейских ученых. 10 лет, и это уже 4-е поколение, а это значит, что здесь собраны лучшие компоненты, позволяющие омолодить, подтянуть и сразу же сделать кожу гладкой. Ой, слушайте, какая прелесть! Ну, вы знаете, что у нас есть всеобщий любимчик, мы его все обожаем, Микола Комендров. Ну, просто он чудесный, вы его тоже любите. Так вот, он сейчас заказал для своей любимой мамочки, для Людмилы Анатольевны, которую он очень любит, и мы тоже уже любим вас, Людмила Анатольевна, за то, что вы подарили
подарили нам такого очаровательного Миколу, и вот его мама никогда не пользовалась средствами, и Микола дарит ей самое лучшее на 8 марта, и она будет день за днем молодеть, и Микола, и его сестры, и она сама, Людмила Анатольевна, будет это видеть. А все почему? Здесь собраны самые мощные пептиды, которые борются со всеми возрастными проявлениями, и это все 2999 рублей. И здесь понимаете? У нас собраны действительно самые эффективные разработки. То есть ваша кожа сразу же, уже после нанесения первого же, становится другой. То есть у нас идет подтяжка ослабленной кожи. За счет чего? За счет того, что формируется многомерная сетка между молекулами кожи. Мы получаем вот такое сияние, гладкость и нежность за счет белка кашемировых коз. Мы получаем особый увлажняющий эффект 120-часового увлажнения. То есть 5 суток ваша кожа получает мощное увлажнение. Давайте же посмотрим на результаты. Лена использовала крем «Доктор Коз» всего лишь месяц. Это две разных Лены. Абсолютно верно. Посмотрите, и мимические морщины разглажены, которые разглаживаются за счет аргирелина. И подтяжка лица у нас происходит за счет особых белков. Антарктицин, сепилифт делают лифтинг лица, работают против свободных радикалов. И посмотрите, пожалуйста, на цвет. Вы видите, какая кожа преображенная и сияющая. Сияние кожи и вот эту невероятную гладкость и нежность мы получаем за счет белка кашемировых коз. То есть это редчайший белок, который содержит 20 аминокислот. И именно он придает нашей коже молодость, гладкость и красоту. Итак, смотрите, грандиозная премьера сегодня в рубрике «Красота» на Shop&Show. И это уникальный продукт, который борется со всеми возрастными проявлениями. И это не просто слова. Он содержит в своем составе белок кашемировой козы, можете узнать, как он работает, 20 аминокислот, антарктицин, сепилифт и аргилерин. Аргилерин, вы знаете, это аналог ботоксу, который расслабляет мимические морщины, вы это увидите после первого применения. Используйте, едва касаясь кожи. Благодаря трехэтапному капсулированию не нарушайте этот процесс и очень нежно отнеситесь, пожалуйста, к нанесению этого уникального продукта. За 10 лет более 8 миллионов. Внимание! Более 8 миллионов. Вы сейчас видите четвертое поколение. Это «Доктор Коз». Без инъекций, без пластической хирургии, без любых вмешательств вы получаете молодую кожу. И посмотрите на свое отражение в зеркале. Вы им довольны? Если довольны, мы вас поздравляем. Поддерживайте его в таком же состоянии. Закажите «Доктор Коз». Конечно, а поддержки. Если вас что-то смущает, то надо действовать. И это эксклюзив. Вы нигде не найдете. 2999 рублей – это не бог весть какая цена. Это не 30 тысяч обычный крем. Вы представьте себе. Что обычно делают косметологи для того, чтобы побороть возрастные изменения? В первую очередь в ход идут уколы красоты. Это ботулотоксин, уколы гиалуроновой кислоты. Но у нас есть «Доктор Коз». Это ваш личный врач-косметолог, который приходит к вам и использует только неинвазивные методики, которые полностью заменяют и уколы, и подтяжки, и применение мезонитей, и лифтинг-процедуры, которые действуют болезненно. Потому что здесь у нас собраны самые мощные и самые эффективные методики. Здесь у нас 120 часов увлажнения благодаря особой системе трехэтапной капсуляции. Давайте. Спасибо вам огромное, что вы нам доверяете. Спасибо. Мы очень ценим ваше доверие. Мы благодарим нашу очаровательную Юджин Бэ, которая прилетела из Южной Кореи. Мы, кстати, на корейском так не говорим, как она на русском. Вы заметили? Вот если бы мы так на корейском говорили. Мы вернемся к вам через 2 часа и продолжим общение с вами. И это грандиозная премьера «Доктор Коз». Такого у нас действительно еще не было. Вы мгновенно молодеете после первого нанесения. Вы поняли, как нужно наносить. Хотите каждый день, хотите один раз в 5 дней. Если каждый день – это полугодовой запас. Если один раз в 5 дней – почему? Потому что 120 часов увлажнения. Премьера 2999 рублей. Будьте счастливыми. Будьте любимыми. А красота и молодость, вот, пожалуйста, в этой баночке. Мы будем ждать вас через 2 часа. Спасибо всем. Мы хотим, чтобы вы получали удовольствие всегда.